Всего за месяц жителям Нягани, Октябрьского, Белоярского и Березовского районов удалось собрать колоссальную помощь. 16 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и личной гигиены. Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в этой хорошей, доброй миссии. Вот. И отправляем частичку сибирской любви, тепла жителям, которые нуждаются в этой гуманитарной помощи. Всем большое спасибо. К участию в акции подключались целыми коллективами, классами, дошкольными группами, некоммерческими организациями, семьями. Плечом к плечу жители города, партийцы, волонтеры с одной лишь фразой «Своих не бросаем». Сортировали, грузили в машину и вкладывали часть своей души в каждую собранную коробку. Очень много приходило волонтеров, очень много привезли из реки, собрали и привезли прям целые газели. Да. Очень радует то, что город Нягань опять показал себя очень активным, своих не бросаем, да, очень добрым. Мы знаем, что дети детского сада «Журавлик» рисовали рисунки. Были такие посылки, в которых были письма с добрыми пожеланиями мира, добра. Потом, значит, были конверты, просто конверты, значит, приезжайте к нам, ну, с приглашением приезжайте к нам, примем обязательно. Сегодня сбор гуманитарной помощи продолжается. Ведется он по-прежнему на базе центра «Нягань-Экспо». С 8 утра и до 9 вечера внести свой вклад в масштабную добровольческую акцию может каждый. Кроме того, неравнодушные горожане инициировали еще одно доброе мероприятие. Ветеранские организации Нягани предложили поддержать российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Передать военнослужащим на передовую предлагают письма с добрыми словами, детские рисунки, сладости, зарядные устройства, батарейки, носки. Вот из чего должна состоять эта посылка? Посылка состоит, ну знаете, вот давайте вот так вот прямо рассмотрим, да, вот что необходимо солдату. Ну, наверное, что-то сладкое, к чаю, средства личной гигиены, белье нательное, бритвенные станки, вот все это элементарно, сгущенка, тушенка, чай, кофе, сахар, то, что вот ему необходимо сегодня и сейчас, даже простые банальные салфетки так необходимо, да, мы понимаем, это средства личной гигиены. Подробнее об акции «Посылка солдату» горожанам могут рассказать непосредственно в месте сбора в центре Нягань-Экспо, либо в клубе «Афганец».